Челы, заходите на стримы. О, добавлен новый контакт, Мама Уэллс. Только что, нифига, чего она узнала? А как она узнала? Нейросеть? Ну-ка, ответь, пожалуйста, пишет. Ви, нам нужно поговорить, возьми трубку, пожалуйста. Извините, был очень занят, чуть позже перезвоню. Давайте позвоним прямо сейчас. Ви, рада тебя слышать, наконец-то. Давно мы не разговаривали, еще с тех пор, как Джеки умер. Как у вас дела? А ты как думаешь? Мой сын умер. Но я держусь, как видишь. Я звоню выразить соболезнование. Выразить соболезнование? Иисусу Христу, Ви, ты жил с нами под одной крышей. Имею уважение не разговаривать со мной, как будто мы чужие друг для друга. Я сама хотела тебе позвонить. Я готовлю офренду по Джакито. Мы должны проститься с ним, как положено. Церемония пройдет у нас, в Койоте. Соберутся многие из его хороших друзей. Постараюсь выкроить время, блядь. Я тоже приду. Не говорите ничего, мама Уэллс. Я приеду. Я ни секунды в этом не сомневалась. До встречи, Ви. Жесть, даже варианты есть, типа, просто поебать. Джеки, кто это такой вообще? Не знаю, не слышал. Так, это моя малышка. Заебись! Джонни, ты видел? Что-то тут не так. Да, ты думаешь? Да я не про аварию. Чтоб самый вежливый в городе шофер взял и уехал с места происшествия. Вот что странно. Че за нах? Почему вообще в парковке въебался? А что с машиной произошло? Хорошо выглядишь, Джош. Ха-ха, а ты думал, выглядеть надо презентабельно? Не, а если серьезно, почему ты всегда так одеваешься? А, да чтоб жена мозги не имела. Я ей каждое утро говорю, что в офис иду работать. Я здесь играю уже полгода, а она так ничего и не заподозрила. Починка, бля. Тупо в починка сливает деньги жены. 44-41. Давайте огненные, что ли, поставим. Хотя, лучше, наверное, поставить обычные все-таки. Я обычные поставлю. У них еще сопротивление урону в ближнем бою. Так. Ну-ка, давай глянем. Как оно выглядит теперь. Е-три. Просто руки-базуки. Пипец. Страшно. Вся карта, да? Да, но тут много всяких, конечно, это жестко. Тут, прикиньте, все вот это закрывать. Ну так-то на самом деле, ну, часика за полтора закрыть можно, мне кажется. Согласны? Милгуар. Что за гул здесь страшный какой-то? Криповый. Давно мы с тобой не виделись. Как ты поживаешь? Честно говоря, бывало и получше. Блять, я хотел выпить. Почему? Расскажи. В тот день, когда погиб Джеки. В общем, с тех пор моя жизнь стала гораздо тяжелее. Понимаю тебя. Мы все так себя чувствуем. Я сейчас пытаюсь подготовить офренду. Столько надо сделать, рук не хватает. Офренда? А что это такое? Мы собираемся вместе, чтобы почтить память ушедших. Родные, друзья. Приносим то, что они любили, и что может пригодиться им после смерти. Думаю, Джеки в первую очередь попросил бы пива. И пиво тоже будет. Могу помочь. Грасиас, месьелю.
Я сама справлюсь. Хватит и того, что ты придешь проститься. Я бы хотел принять участие в церемонии, но как положено, чтобы не нарушать ваши традиции. Так. Просто у меня нет ничего, что можно было бы положить у гроба, чтобы почтить его память. Ну и что? Зато у тебя доброе сердце, Мининью. Нужно просто что-нибудь символическое. Поищи в его гараже. Там, считай, все его прошлое. У Джеки был гараж? Раньше он просто держал там мотоцикл, а не так давно совсем переехал туда жить. Ты там обязательно что-нибудь найдешь. Ничего, что я буду трогать его вещи. Но, Михо, он умер. А похороны, они для живых, а не для мертвых. Вот, возьми ключ. Спасибо, мама Уэллс. А, да не за что, Ви. Это тебе спасибо за твою чуткость. Гараж на республиканском проезде. АИТВ. Такая мама у него вроде как бы молодая даже, можно сказать, да? Я думал, она прям выглядит гораздо старше. А сколько Джеки было лет вообще? Там не говорилось, я что-то вот этого не помню. У меня будет офрэнд. Я должна проводить... О, тут можно поиграть во что-то. Травма-драма. Считай, что тебя пригласили. Роч Рейс, нифига. Это Ведьмак? На Плотве? Обалдеть. Жестяк. Досовик. V836. Блин, хочу еще разок. Но заново. Ну ладно, в другой раз поиграем. Спасибо за участие, мы надеемся, что игра «Шевелись Плотва» вам понравилась. Если захотите сыграть еще раз, напоминаем, что за первые места полагаются призы. Что? Блять! Unlucky. 854. Блин, 3000 надо набрать, ты прикинь? Это очень жестко. Ладно, как-нибудь еще разок попробуем. С этим автоматом прикольный баг. Джонни может еще в прологе похвалить Ви, если тот призовое место займет. Сорок... 443 тысячи. Так. Погнали. Выстрелить, Джей. Так, тут спасать людей надо, да? Как-то можно спуститься вроде. Блин, так можно и соскучиться по РГГ, ребят. Что же вы творите-то? Блин, это не то вот место, на котором обузно можно нафармить случайно. Ребят, некрасиво, некрасиво. Ладно, давайте не будем. Неохота 400к здесь набирать. Вот в Плотву я бы сыграл еще, если честно. Здесь как-то не особо охота. В Плотву это будет челлендж такой. Набрать в Плотве
3000. Ты здесь одна? Я бы не сказал, что это самое безопасное место в городе. Я сижу на этой лестнице с 10 лет. Теперь мне 26. Если бы со мной что-то могло случиться, оно бы давно случилось. Что ты тут делаешь? Просто сижу и жду его. Хотя прекрасно понимаю, что он больше никогда уже не придет. Последнее время я часто прихожу сюда посидеть. Могу час просидеть. Это глупо, но... Я так скучаю по нему. Очень скучаю. Присядешь? Поболтаем. Давай поболтаем. Почему глупо-то? Это обычные человеческие чувства. Наверное. Вы давно были знакомы? Пол жизни. Мы выросли в одном районе, виделись чуть ли не каждый день, но никогда не были вместе. До прошлого года. Да, это был лучший год в моей жизни. Джек много про тебя рассказывал. Говорил, как много ты для него значишь. Прямо так и говорил. Скорее всего, слова были совсем другие. Может быть, и другие. Но он имел в виду это. Серьезно. Я рада, что ты узнал настоящего Джеки. Все думали, что он такой наивный весельчак, который во всем ищет положительные стороны. Но они ошибались. Ну, по части, он таким тоже был, мне кажется. Каким он был с тобой? А ты что о нем думала? Знаешь, как он сам однажды сказал? Он бы заслонил меня от пули, не задумываясь. Таких людей больше нет. Прямо как настоящий сын Хейвуда. У него было столько надежд, столько планов. Можно сказать, из-за них он и погиб. Из-за амбиций погиб. Здесь осталась частичка Джеки. А почему ты не зашла? У меня нет ключа. Джеки не сделал тебе дубликат? Разве вы не настолько близки? Он предлагал, но я не хотела посягать на его личное пространство. Мама Уэллс будет устраивать прощание с Джеки. Мне надо найти что-то, чем он дорожил. Все полные? Его любимая. Запас на черный день. Не прикасаться. Но почему? Porque no puedes tocar una reserva estratégica, va? Думаю, ни одна холостяцкая нора без таких не обходится. Он говорил, это коллекционные. Сейчас таких не выпускают. Ну да, именно поэтому они тут и висят. Эрнест Хемингуэй, по ком звонит колокол? Джеки часто ее перечитывал. Перед каждым большим заказом. Он говорил, что этот мужик круче, чем Морган Блэкхенд. А ты читала? И как тебе? У меня как-то руки не дошли. Думаю, она хорошо подошла бы для Френды. Надо еще Заверили посмотреть. Заверили мотоцикл. Джек чуть не плакал от радости, когда его купил. По кому звонит колокол, блядь? Да, ну такое, конечно... Какая-то книжка не супер подходящая для церемонии. Хотя, то есть, с одной стороны, супер подходящая, но с другой стороны, как-то странно он такое любил приносить. Копаться в двигателях. Первый раз он сел на мотоцикл в 15. Зная его навыки вождения, удивляюсь, как он не разбился. Ну что, мяч? О, мяч с подписью Данте Гонсалеса. Не, я не читал. В баскетбол у нас тут играли все, но Данте был самым лучшим. Если не ошибаюсь, он был первым, кто ушел из Валентина. Как и Джеки? Ага. Они оба хотели от жизни чего-то большего. Данте теперь капитан NC Blackouts. Ну, мячик — это мячик. Так, а что еще есть? Закрыто. Интересно, что там? Его логово, в смысле спальня. Наверное, от нее был отдельный ключ. Давай посмотрим.
Может, Джеки его где-то спрятал? Так, найти ключ от комнаты Джеки. А тут еще есть качалочка. Да уж, Джеки любил тягать железо. Это был для него способ медитировать. Он говорил, что штанга лучший слушатель. Поймет все твои проблемы и не станет давать дурацких советов. Наверное, еще с 2020-го тут висит. Так, где мог бы быть ключ? А вот и он. А вот и ключ. О, Джеки. Это мандала? Угу. С ней долгая история. В книжке единственное меня смущает название. По ком звонит колокол? Ну, как раз в тему, по сути, с другой стороны. Плюс эта книжка, в конце концов, она как-то вот... Как такой символ больше. Его любимая книга, которую он перечитывал много раз, да? Именно вот как такой символ для церемонии больше подходит. Прощальный, наверное. Давайте книжку возьмем. В этом ведь Джеки. Прямо воплощение Джеки. Ну вот, для френда уже что-то есть. Ну, можешь тут еще походить. Так, опа, компоненты спиздим, найс. Ну, как бы все вроде. Пойдем, наверное. А ты вместе пойдешь? Или не пойдешь из-за отношений с мамой? Нам пора идти. Знаешь, Виль, я еще останусь ненадолго. Попрощаюсь с ним тут. Мама Уэллс все равно не хочет меня видеть. Что между вами произошло? Вы поссорились? Да нет. Просто она не считает меня идеальной невесткой. А что ей в тебе не нравится? Меня зовут не Камила, и я не бывшая девушка Джеки. Мама Уэллс просто обожала Камилу. Ясно. Блин, ну, не знаю. Как будто бы ей нужно прийти, но с другой стороны, блин, возникнет какой-то инцидент. Вся церемония пропитается каким-то негативом. Нахер оно надо? Может, ей здесь просто попрощаться в гараже Джеки? В конце концов. Не знаю. Ну, вряд ли, типа, она настолько ёбнутая, наверное, да. Может, она сама больше боится, типа. Давайте, ладно, позовем, попробуем. Ты должна прийти, Мисти. У тебя есть на это право. Я не хочу мешать маме Уэллс. Я же не семья. Ты была частью его семьи. Наверное, ты прав. Спасибо, Ви. Ну, пойдем, попробуем. Пойдем? Бля, надеюсь, не будет какого-то кринжа сейчас. Ты не думала уехать из Найт-Сити? Конечно. Однажды даже попробовала. Серьезно? Как это? Собрала вещи и улетела подальше. В Непал. Думала там и остаться. Ну и где-то через неделю поняла, что не могу жить без орущих соседей и машин за окном. А тут нельзя, кстати, ходить именно. Это мужик, блядь, копается. Это бомж просто. Тут хочется иногда ПРПшить. А, на G? Не, на G что-то не работает. Он был очень милый мальчик. Так выпей в память о нем, падре. Лучше несколько раз. Так и сделаю.
сторонке встала такая. Ви, хорошо, что ты пришел. Мы сейчас начнем. Садись, пожалуйста. Привет, Ви. Большое спасибо всем, кто пришел. Я не буду расписывать, каким человеком был мой сын, и говорить, как мне его не хватает. Я лучше расскажу вам одну историю. Было ему тогда лет, может, 19. Джеки был в Валентино, а у них тогда была война с Мальстрёмом. Мне позвонили из больницы. Сказали, что в него попали 3 раза. И все рядом с сердцем. Когда я приехала в больницу, он был в сознании. Из него торчало столько трубок, что он выглядел как какой-то осьминог. Он сказал: «Не волнуйся, мама, пули меня не берут. Со мной никогда ничего не случится». А когда я собралась уходить, он снял с пальца перстень Валентина. Сказал, он ему больше не нужен. Он не боялся. Просто не хотел, чтобы я за него волновалась. Descanse en paz, mi hijo. Боксерские перчатки. Вик принес. Когда я еще ходил в боксерский клуб «Бесы» на Найт-Сити, у нас была такая поговорка. Ищи настоящих друзей среди тех, кто может отправить тебя в нокаут. И это правда. Рука у Джеки была тяжелая. Ни от кого я еще так не получал. Я его удар помню до сих пор. Как он на отъебись был озвучен в этом моменте. Me mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan 4 años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. Кто-нибудь еще? Давайте я, наверное, расскажу, как мы познакомились с Джеком. Я частенько вспоминаю этот день. Меня наняли перебросить его через границу вместе с контрабандой. Он купил товар, который кто-то украл у Арасаки. Суперсекретную, бесценную. Ящерицу. Я до сих пор помню. Он сказал, что он оттуда, где каждый тебе семья. А я ответил, что я тоже. Джеки Уэллс. Он всегда хотел большего. Всегда упорно шел к своей мечте. Если он ставил перед собой цель, то готов был умереть, чтобы ее достигнуть. Однажды он мне сказал: «Бродер, главное в нашем деле – никого не бояться». Ради своих близких он был готов пожертвовать всем, даже жизнью. Но самое главное – Джеки любил жизнь и не боялся жить. У него была широкая душа, он не рассуждал, а просто делал. Он всегда смеялся и говорил, что пули его не берут, и что однажды он станет легендой посмертия. Можно сказать, он добился того, чего хотел. Устроил серьезные проблемы некоторым влиятельным людям.
И если он смотрит сверху, то, наверное, сейчас показывает им средний палец. Когда в юности уходишь на войну, у тебя есть иллюзия, что ты бессмертен. Убивают других, а тебя нет. Когда тебя в первый раз тяжело ранит, эта иллюзия исчезает. Спи спокойно, друг. Я бы хотела сказать тост. Какая себе прям цитата в тему такая. Por mi hijo. Вылить в огонь, блядь, что за нахуй? Спасибо тебе за теплые слова, Ви. Я рада, что ты нашел время приехать. Хорошая френда у нас получилась. Пришло так много людей. Даже эта девочка, которая Джеки чем-то нравилась. Ее зовут Мисти. Что? Мисти. Она для него очень много значила. Понимаете меня? Пойдите, пригласите ее на ужин. Она точно имеет на это право. Знаешь что? Ты хороший парень. Джеки хотел бы, чтобы они были у тебя. Это ключи от байка? Вы уверены? Джеки меня бы убил, если бы я его поцарапал. Ну так ты смотри, не поцарапай. Спасибо вам. Я буду его беречь, обещаю. Cuídate, Ви. Конечно, возьмем. Как отказаться от такого? Давайте еще со всеми поболтаем. Эй, все в порядке? Да. Наверное, я просто мысленно до сих пор в его гараже. Не волнуйся за меня. Так, это что за мужик? Это что за мужик? Кампо в депрессии. Говорит, мне будет его не хватать. Уже не хватает. Интересно, будет ли он по тебе так же плакать? Мне тоже, Эсса. Вот только не начинай, не сегодня. Мне тоже. Выпьем за Джеки. Он теперь уже в лучшем мире. За Джеки Уэллса. За гордого сына Хейвуда. Сука, тут порой такие варианты просто. Я пойду, Ви. Такого долбоёба можно отыграть. Увидимся, Ви. Просто, блядь, выпьем за Джеки, встать со стула. Может, тебе налить? За Джакито. Странно тут как-то без Джеки. Мне все время кажется, что вот я повернусь, а он здесь за стойкой сидит. На своем любимом месте. Налей за Джеки. Сейчас мы просто нахуяримся за Джеки. Уже третья рюмка пошла. Аминь, брат. Нормально, потом поедем как раз пиздиться в бойцовском клубе. Надо выплеснуть будет пар. Эй, ты! Выпьешь с нами? За Уэллса. Ты был знаком с Джеки? Да, мы вместе начинали. В Валентино? Нет, блядь, на чтениях в воскресной школе. Хороший он был все-таки человек. Покойся там с миром, бродер. Такое чувство, что я тебя знаю. Густаво Орта. Я Ви. Да, слышал о тебе. Прими соболезнования, друг. От меня, Кампо и всех Валентино. Спасибо. Какие тупейшие глаза у него. Ладно, выпью. За Уэллса. Мир его праху. Так, а где Падре? Я боялась, что Лупа не переживет этого. Она сильная женщина. Эй, эй, что такое-то? Наверху Падре.
Ты пришел попрощаться с одним из своих, падре? Я пришел попрощаться с хорошим человеком. Блять, уйти. Ну еще увидимся, сука. Как ты думаешь, падре? Джеки сейчас смотрит на нас сверху, с небес. Уверен, что он предстал перед Богом. Что, и все? Не знаю, остался ли Бог доволен этой встречей, а вот Джеки наверняка да. А ты сам-то хорошо знал Джеки? Я помню, когда его родила мать, когда ушел его отец, и когда он привел в свой дом тебя. Да, Ви, я знал его очень хорошо. Как там дела на улицах? Мы все пришли сюда не о делах говорить. Прояви уважение. До свидания, падре. Иди с Богом. Нет, не хочу. Вот если б ставку поднять. Я же сказал, поставил все, что есть. А ты добавь винтовку. Хотя, если боишься проиграть... Тебе, что ли? Вот уж страх-то. Ладно, винтовку тоже ставлю. Все, идем. Погнали. Проверим наши кулачки гориллы. Ну что, готов? Обосрался уже со страху? Давай скорее начинать. Куда спешишь? Не терпится получить по ебалу? Дедуль, ты куда, блядь? Дедуль! Дедуля, вставай, блядь! Чё-то тебе хуёво, дедуль! Тихо! А то язык вырву. Всё. Давай сюда винтовку. Да через мой труп! Парни, взять! Поехали! А хоть черти ебаные. Сука, хуже, чем... Нихуя. Вот так! То есть я уже могу здесь оружие брать, я так понимаю, да? Тебя угостить! Сука! Это баг. Так, винтовочку тоже забираем. 0.5. Культовая. 233 урона. Епа. Слушай, ну на байке прикольно гонять, мне кажется. Байк даже круче, чем тачка. Хотя медленнее, конечно. Но удобнее так протискиваться. Блин, третьего лица, конечно, прикольно водить. Хотя я кажусь каким-то пупсом от третьего лица, если честно, на этом мотике. Такой широкий бугай. Я представляю, как Джеки вообще на нем выглядел. Он же в два раза шире еще был. Какой-то мотик как игрушечный выглядит. Он жив. Ура. Не выходи. Блядь, нет. Я тоже хотел внутрь. Сука. Прям перед носом закрыли. Смотри, как из-под лоби смотрит. Ну и ебучка. Такой... Сердитый, бля. Волчара сидит такой.
Прикольно вообще, даже отдачи никакой нет. Мне нравится. Неплохой. Ну вот это лучше. Хедрить. Вот это да. Это чё за кам? Нави я не могу пока призвать. Чё торчит из земли такое? Водоросли что ли какие-то? О, нифига. Слушайте, а тут есть какие-нибудь рыбу-мутанты? Блять. Просто пердачело. Бля, хоть бы они гранаты не захуярили этого чела. Блять! По съебам! Пиздец. Сука, подожгли просто дом. Как говоришь, тебя зовут? Нейрохирург. Номер один. Твердая рука. Ты вообще откуда взялся? Нейрохирург. Номер один. Твердая рука. Сука. Стал подмазывать, смотрите, у него какой-то план присутствует, да? Фига себе, чувак, тут уже бургер целый час, блядь, доесть не может. Брат, доешь его, пожалуйста, умоляю. Мне больно на это смотреть. Зачем, кстати, нужно яйцо игуаны? У него есть какое-то применение практическое? Или это приколдесик? Бестия Амандиарес. Награда $10 за нее всего лишь. Разыскивается в Най-Сити. Бля, а чё так дёшь? Да что ты такое говоришь? Дружочек. Я разберусь. Ага, слушаю. Потом договорим. Блять, как... Сука. Как же... Такимура хочет, блядь, уже досказать свои слова. Ну как же я его скамлю? Прости, пожалуйста. Прикрываю! Мне аж стыдно стало. Так, я слушаю. Ладно, где и когда встречаемся? Прятаться тут негде, так в Джапантауне, после заката. Это потом. Опа. Едрить, просто консервы. Просто тушеночки навалили. Давай, звони, брат. Так, и что дальше? В Джапантауне, после заката. Сейчас я встретимся на месте. А? Такимура просто со спутника наблюдал, походу. Ждал аккуратно такой. Когда же, блядь, он уже отпиздит этих негодяев? Такой типа... Фух, наконец-то, можно позвонить. Да, она не боится меня. Нисколько. У тебя есть импланты, сенсорные фильтры, роторы, усилители? Вот сейчас и узнаешь. Сейчас и покажу тебе. Твоя правда. Ну что, начнем? Давай. Да, начнем. Удачи, она тебе понадобится. Тебе тоже пригодится. Ой, она полезно залезать на эту штуку, что ли? Ну что-то ты удар не держишь, мамуль.
Давай, нападай. Пиздец, это все просто кусок мяса. Ладно, 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 сдаюсь. Все, хватит. Просто уволень какой-то. Умерла. Ты что, жива? Умерла нахуй. Сердечный приступ схватил прямо на ринге. Пиздец. Не, очнулась. Нормально. Дождик пошел, ребят. Фига у него киберзонтик. Обалдеть. Как световой меч прямо. Прямо в тарелку. Нихера. Так, это вот этот парень киберпсих, верно? Ебать! Так, ну-ка. Пана. Давай, Дикумис, давай. Может, мне сверху туда пролезть? Попробуй. Блин, хочется их, конечно, прямо здесь, как на ладони, расстрелять. Но она хотела по-тихому, как будто бы. Да, это не повлияет никак. Тогда давайте просто отстрелим им головы. Я себя они там бахают. Так, снайпера вижу. Током бьется. Пиздец. Закидали гранатами. Так, надо поставить эти обратно обычную гранату. Осколочную. Опа, минус рука. Ой, 588 дэмэджа. Нормально залетело. Так, пойдем к снайперу, наверное, быренько. На ускорении. Так, остался самый опасный тип. По нему тяжело будет попасть. Он доджит. Ебать! Мне пизда. Он просто разъебал меня в нулину. Бля, как бороться с такими чуваками, с этим ускорением лютым? Как по ним вообще попадать? Ну ладно, переключаемся на мои проблемы. Что насчет Хельмана? Я придумала план, но он пока черновой. Мне надо еще подумать и кое-что подкорректировать. Потом обсудим подробности. Проще всего было бы снять номера тут. Недалеко и удобно. Возьмемся за работу около полуночи, чтобы поменьше светиться. Как тебе? Звучит как план. Может, снимем одну комнату?
Бля. Да что с тобой? Не знаю, одобряет ли она такую кринжу жесткую. Давай попробуем. А может, снимем одну комнату? Пожалуй. У Ноа в каждом номере по две кровати. Как раз сэкономим. Слушай, она одобряет, походу. Я немного не об этом. Всю ночь, каждую ночь, твердое тело. Я не это имею в виду. Да? А что ты имеешь в виду? Ну, я рад, что мы познакомились, поэтому... Я тоже рада, Ви. Это мог быть очень тяжелый день, но благодаря тебе все прошло хорошо. Ну, может, мы... Ну, как-то отметим это дело. Да что за хуйня? Конечно, почему нет? Можем и отметить. Но не сегодня, я просто падаю с ног. Нихера, пуль непробиваемое стекло. Ох, спасибо, друг. Я уж думал, мне конец. Он выглядит так, как будто ему вообще поебать. Просто гигачат стоит такой, о, мужик, я думал, мне конец. На самом деле, мне похуй как. Стоит такой даже. О, нифига, 6500 баксов тут было, ничего себе. Сама водит, мне свою тачку не доверяет пока. А не пофиг, думаешь, кто дергает за ниточки в правительстве? Просто интересно, кому мы хотим насрать в суп. Ты посмотри вокруг, Ви, разве не очевидно? Тут все принадлежит корпорациям. Ну чё, скоро уже приедем. Еще раз. Заезжаем, расхерачиваем систему и валим к чертовой матери. Держись! Сейчас чуток тряхнет! Приготовься! Так. Окей. Заезжаем, расхерачиваем и съебываем. Классический крутой план, мне все нравится. Я займусь. Займись быстрее, пока в нас не попали. Они какие-то пипец броневые. Сбивай дроны, Ви! Ну а что я что делаю? Делаю? Делай лучше! Нихуя себе. Ви, соберись, или мы тут подохнем. Блять. Я литерально не промазал ни разу. Опа. Так, это что за турель? Которая нас должна ебать, да? Походу. От нас так просто не отделаешься! Ядрить, он свалился. Так, это добрая турель или нет? Еще немного. Блять, нет, не добрая, сука. Это не добрая турель, нет, нет, вовсе нет. Что, не ожидал меня увидеть? Ни хрена, тут что лежит? И что дальше? Окей. Станислав Шишкин. Охренеть. Лупи врагов по морде и смотри, как их корячит от унижения, ведь это увеличивает вероятность критического урона. А если унижения недостаточно, можно добавить усилий и задоминировать. Станислав умеет оглушать. Жесть.